Здравствуйте, вас приветствует waterlily.ru и наш канал про нимфеи. Вот сегодня первое цветение в этом году моего гибрида, это гибрид Констанция. Вот такой вот необычный цветочек. Сложно описать его цвет, розово-персиково-желтый какой-то. То есть каждый лепесток имеет вот вкрапление. Вот цветки достаточно большие. Вот это вот первый день цветения. Вот сейчас я вам покажу, это вот второй день цветения. Смотрите, какой большой цветок. Вот, порядка, наверное, вот этот 18-20 сантиметров. Вот, очень красиво смотрится на воде. Вот он. Гибрид обильно цветущий. Вот, видно, идут еще бутоны. Там под водой видно, вот еще бутон идет. Мне он очень нравится. Сейчас находится на размножении. Показал себя достаточно стабильно. Вот такие вот цветки большие, огромные. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал.